пришли в выходной день в торговый центр и увидели ваше объявление. Вот оно, в принципе, вот здесь. Дочка играла, и ей захотелось сфотографироваться. Когда узнали о выигрыше, естественно, очень сильно обрадовались. Особенно дочка, когда узнала, что выиграла именно ее фотография. Вот. Были счастливы, прыгали, веселились. Дочь у меня 4 года, ей сейчас хочется коляску. Вот, в принципе, в одном из детских здесь отделов мы уже присмотрели, так как узнали о конкурсе раньше, чем получили деньги. Естественно, вот, уже выбрали, сегодня идем покупать. В субботу, воскресенье обычно либо здесь, либо в парк прогуляемся, обязательно заходим, либо покушать. Здесь, в принципе, вкусно. Особенно вот океан суши нравится нам посещать. И в детские отделы в основном ходим, так как дочери нужны какие-то игрушки, подарки. Часто заходим в магазин «Твое». Нам там нравятся футболочки, шортики на лето. Купали там. Редко участвую в конкурсах, но так как вот выиграл, теперь буду участвовать чаще, что и вам советую.